Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам про необычные марки. Многие привыкли, что марка – это просто квадратик или прямоугольничек. Но посмотрите, какими необычными марками мы можем франкировать свою корреспонденцию. Они похожи на новогодние конфетти. Если говорить про Новый год, то моя любимая марка вот эта. Она очень бархатная. И хотя марки нельзя трогать пальцами, но я часто чуть-чуть ее глажу. Тем более, что тут нарисован пингвинчик, а это моя любимая птица. Собирая марки, можно погладить не только ткань, но и, например, рыбу. Вот этот квадратик на марке – это кожа рыбы. Вот ее портрет рядом. Такую необычную марку выпустили, потому что рыба составляет основу экономики Фарерских островов. А вот этот замечательный блок марок, марки здесь, видите, посвящены архитектуре, зданиям. Тем не менее, он имеет такой замечательный объект. Видите вот эту тонкую линию? Это не что иное, как волос из конского хвоста. Казалось бы, при чем здесь лошади? Но нет, на этой площади, которая изображена на почтовом блоке, мы видим парад. Но лошадь крупно нигде не изобразили, поэтому решили наклеить волосинку из лошадиного хвоста. А на этой симпатичной марке содержится фрагмент липучки для одежды. Вы видите здесь изображение кроссовка с липучками, и вот липучка. Ведь это замечательное изобретение изобрел инженер Жорж де Мистраль в 1941 году. Этот инженер, гуляя с собакой, обратил внимание, что на ее шерсть все время прилипают репьи. Он не поленился и, рассмотрев репейник под лупой, увидел, что он хватается за шерсть маленькими крючочками. После этого инженер сделал несколько набросков и спустя пару лет была утверждена такая замечательная вещь, как липучка для одежды. Думаю, вы еще раз убедились, насколько интересное и познавательное хобби филателия.